Всем привет! Мы приехали сегодня в Кучугуру и покажем обстановку здесь на начало летнего сезона. Ну, народу уже много, да? Мы проезжали мимо одной столовой, и там очень уже приличное количество отдыхающих. Там хорошо кормят. Да? Да, там хорошо очень кормят. Это отзыв от папы. Да. Так, сейчас зайдем на сам рынок. Мы здесь и сами покупали всякое. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько красоты у нас. Давайте посмотрим. Расскажите нам, пожалуйста, вообще, что чаще всего у вас покупают? Чаще всего у нас покупают недорогие, компактные сувениры, которые можно именно без поломки, в целостности, довести, конечно, и подарить самым любимым и самым близким, которые ждут дома. А они, вот, а все остальные, конечно, возле ласкового моря, возле солнышка. Есть, смотрите, очень красивые, уникальные, натуральные сувениры. Это краб и рыба-игла. Чаще всего любят именно для мальчиков, это кораблики. Девочки любят жемчужины. Интересно. И, конечно, в огромном количестве это шкатулки. Ну да, интересно. Это такие... вот стихия девочек. Ого, интересно, да, да, для украшения. Чтобы не обидеть наших всех других покупателей, самые любимые сувениры, самые лучшие – это кораблики. В течение всего года это напоминает о ласковом солнце, о очень вкусных фруктах, вот, о приятных встречах, о позитиве и о лете. И самое главное – это об отдыхе. Да, а вот вы наверняка вот при покупке в коробочку, да, и складываете? 100%, конечно. Потому что если кто-то далеко живет, то это все-таки, да, это каждый очень хрупкое. Каждый сувенир по логике должен быть упакован в коробочке. Вот. Да. Конечно, стараемся в нашей лавке размещать так, чтобы коробочкам было место, потому что для вас каждый сувенир это вот частичка моря. Да. Это и уважение, так. Внимание тому человеку, которого вы дарите. И должна вам похвастаться, огромное количество я в этом году собрала ракушек из разных-разных морей. Будьте добры, пройдите. Да. Есть такие экземпляры очень красивые, которые невероятно будут забываемые. Умеренная ценовая категория. Смотрите, какие красивые жемчужные конусные ракушечки. Интересно, да. Вот. Красиво. Также поражает своей красотой кипельно-белого цвета. Вот такая остроугольная ракушечка. Да, мне очень здесь все понравилось. Прям такой выбор большой. Приятно упаковано, но я дополнительно делаю. Вы это закупаете или ищете? Закупаю в иностранного поставщика, чтобы очень вот эту красоту каждый мог, пусть даже маленькую. Маленькую, да. Вот смотрите. Взять с собой и увезти. 45 рублей. Вот такая красота вот. Темно-зеленого цвета. Внутри а еще если эту красоту подписать? Есть маленькие наклеечки. Да. Кучугуры и Азовское море. Добро пожаловать. Приятного отдыха. Спасибо. Я рада вас видеть. Спасибо. Приезжайте к нам. Нам очень понравилось. Да. Спасибо. Здорово очень. Так, сейчас мы посетили одну из лавок, очень хороший ассортимент, нам все рассказали, что покупают, и я думаю, у вас всегда будет выбор, что взять с собой, что подарить родным. Давайте посмотрим. Очень, да, очень здорово. При входе на центральный рынок вы найдете сразу. Здравствуйте. Здравствуйте. Причем у вас черешня, это правильно? Красавица моя. А сколько оно стоит? 140 для вас. Да? 140. Ого. Ничего себе. А то мы вчера в Темрике покупали за 170. И там продают, знаете, еще ценовая такая категория 200-250 рублей. Разные сорта. Ну да, конечно. Знаете, вы красавица моя. Давайте попробуем, что ли. Оценим. Да. Ну, хорошая. Да. Кстати, намного вкуснее даже.
Да, мне тоже кажется вкусно, чем вчера мы купили. Домашние, без химии, без ничего. Домашние, да. Собственные. Это здорово. Так. До 8. Да, ну все, если что, да, решил, то до 8. Какой орех, вот это вот, да. Знаете, это армянский сам. Ксюш, хочешь орехи? Не знаю. Такой орех нигде нет, вот здесь. Так, есть что, два решка. Они почему у вас? 400-500. Бобрушки наши купили. Маленькие-маленькие. Вкус, знаете, какие они вообще. Бобрушки, знаете. Сладкое. Это какой такой сорт? На вид такая невзрачная, такая вкусная. И домашний тоже. Все хорошее. А это что здесь? Это у вас обжито, да? Понюхайте, посмотрите его. Ну да. Ой, какой аромат. Да. Отлично. Ну, мы всегда, что когда к вам. Мы всегда, тоже. Когда к вам приезжаем, сюда мы всегда у вас покупаем. Не сыр, это мы все у вас уже пробовали, да. Покупали. Очень все вкусно. Это сыр наш вот здесь поставили. Сегодня соседка нету. Что ты хочешь купить сейчас? Нет. А его 700 рублей, 650. Ну, знаешь, у нас вкус, очень вкусно. А джика какая, запах какой. Да, все манит. Все свое натуральное. Да, натуральное, южное мясо тоже есть, грузинка. То же самое делаете, да? Да, да. Армянский тоже. Индюшина грудинка тоже, копченый, вареный. Ну, и хотим... свинина грудинка. Ой, тоже копченый, вареный. Вот эта свинина тоже мясо. Очень вкусное, могу сказать. Вот копченый. Все есть, что вам интересует, приходите. Нам сыр понравился ваш. Сыр, мы вас, да, брали. Вот прям, как не приезжали, всегда сыр брали. Все доехали, дорогу там кушали. Да. Очень вкусно. Даже домой уже не успевали привезти, да? Да, насчет сыра, да, рекомендую вот это место. Да, это хорошее место. Давай посмотрим еще, что продают. Что, где картерешки? Абрикосики уже. Уже абрикосы, да, пошли. Ранний сорт, наверное. Не жалейте, кушайте. Вот, наверное, тот сорт, да, который в Темрюке ты видела, светлый. Да, да, светлый, совсем другой. Малина. Малина, да. Вот, кстати, я заметила, что достаточно часто на подарки везут специи. Это такая универсальная вещь, которая, думаю, ну, удобно она в любом хозяйстве, да, она добавляет вкус, ее, в принципе, любая хозяйка это примет такой подарок. Да, поэтому если вы еще думаете, что такого практичного еще привезти можно в подарок, то это однозначно специи. Мы, допустим, тоже такое практиковали, что мы брали специи и, собственно, дарили своим родным. Рыбу. Рыбу тут тоже стандартно всегда продают. Ну, да. Рыбка тоже своим запахом манит. Да, запах это классный. Вот так вот. Ну что, посмотрели? Пойдем дальше изучать. Поехали. Пошлите. Рынок – это, конечно, очень хорошо. Здесь вы можете найти много разных вкусностей, взять их с собой на море. Но полноценный обед, конечно же, не отменяется. Поэтому мы теперь зайдем в одну из столовых. Она находится как раз в центре поселка. И хочу добавить то, что папа у нас тоже во время работы там питался. И нареканий у него никаких не было. Вот это сумма. В общем, да, столовая находится очень рядом с рынком. Блин, мама, сколько тут народу. Значит, начало пройти. Начало пройти. Понравилось.
прямо. Цены дешевле. Цены дешевле? Дешевле. А ты мне скажи, я просто отсюда не вижу. Допустим, какая средняя ценовая категория на суп? 45 рублей. Да. Ничего себе, в Голубицкой 60, 80, 100 рублей. А сколько солянка для сравнения? Солянка здесь 45 рублей. Но здесь тарелки 250 грамм. В этом в Голубицкой было написано по 300 грамм. Да, теперь понятно, почему здесь столько народу. Здравствуйте. 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 Можно посмотреть вас, что вы предлагаете? Все, Юлечка, сейчас перезвоню. Смотрите, завтра у нас набираем группу «Крымский мост», прогулочная по Керчи. Там мы посещаем Гаруни Тридат, местные достопримечательности, церковь Иоанна Предтечи. Затем спускаемся к набережной, на набережной, там парки, скверы, аттракционы, то есть местные кафе и так далее. Можно мы возьмем с собой? Конечно. Да? Познакомимся, почитаем. Не, серьезно, вот говорят, мы хотели оттуда ехать, а вот мы не получаем. Да, по времени, мы... да, надо посмотреть. По времени, все, хорошо. Может быть, как, какие-то экскурсии вам здесь будут. Если меньше лесочек, это не значит, что содержание хуже. Да, все правильно. Так что, правда? Мы возьмем, воспользуемся, почитаем все. Почитайте. Я вот здесь нахожусь. Дайте на всякий случай, потому что вот меня очень многие ищут. Дайте, я вам напишу, что я красная, 63. Вот сзади у меня дом, 63. Ксюша, посмотри, это интересно. И это тоже это очень карта, интересно. Можно полистаем? Да? А что нет, берите, листайте. Открой, Ксюша, это. Можно возьмем, посмотрим, сейчас полистаем? Возьмите, просто, ну это карта. Ну я поняла, да, карта. Ну, карта этих туристических... Схемы туристических направлений всякие там есть. Черноморское побережье еще. Да, все есть. 100 рублей она стоит вот у водителей, хотя и есть Крым. Хотя и есть у них навигатор, а все равно вот сын мой купил. Говорит, хоть имею представление, может, куда хочу ехать, то хоть что хочу. Да, интересно, я даже хочу сама зафотографировать. Да, Черноморское, посмотрим. Вот подарите какому-то водителю знакомому. Посмотрите, посмотрите, вот это какая хорошая штука. Посмотрите. Вот где мы находимся, вот что от нас можно, какие маршруты. Еще хорошее видео. Еще я подметила, что здесь очень много ларьков, где можно купить алкоголь. Но я думаю, это такая типичная ситуация для юга, когда все отдыхают, покупают выпивку и так далее. Вот. Если вы хотите, чтобы я сняла видео про Панагарию, у нас в поселке Сином есть... винзавод, собственно. Экскурсия, конечно, там платная. Я не знаю, стоит ли ее посещать, но однозначно можно сходить в сам магазин, где продают, рассказать вам о расцентах. Если вы хотите, чтобы я сняла это видео, обязательно пишите комментарии. Сейчас мы пойдем на главный пляж. Покажем вам, какое море, сколько людей уже отдыхают в начале сезона. И обязательно съездим до грязевого вулкана на мысе Пекла. Кстати, он, по-моему, называется Плевака. Забавное название, но я думаю, он оправдывает свое название, потому что он плюется грязью. Мы неоднократно уже туда ездили. Правда, купались мы полностью один раз, потому что потом нам уже не хотелось туда лезть, потому что достаточно сложно, во-первых, спускаться, а во-вторых, отмываться проблема. Отмываться это проблема. Только ну, смотрите, если вы хотите сэкономить, то вы, конечно же, едете на мыс Пёклы. Если вы хотите, чтобы все было цивильно, души, раздевалки, спуски удобные, то есть такое место, вулкан Гефест. Там платите, соответственно, за вход. Посмотреть, по-моему, это 350 рублей за вход. И, соответственно, вы уже не мучаетесь там, не думайте, как там спуститься вам. В общем, в цивильное место, но, соответственно, платите деньги. Итак, мы решили остановиться на берегу моря, на обрыве, недалеко от центрального пляжа.
Что хочу сказать. Здесь наверху есть такая мини-детская площадка от ресторана «Два капитана». Здесь вы можете пофотографироваться. Здесь только корабль, качельки для детей. Но я не знаю, насколько это вообще уместно, потому что в такую жару вообще дети, не знаю, лазят по таким штукам или нет. Сейчас посмотрим с вами, как выглядит сам пляж. Есть навесы большие, есть кабины для переодевания. Справа от меня находится центральный пляж. Вы видите, что зонтиков очень, ну, немного, так скажем. Вообще, я не помню, что в прошлом году были зонтики. Возможно, они были, а возможно, их и не было. Пляж очень большой в Кучугурах, порядка 3 километров. Мы проедем в том числе и на дикий пляж в сторону мыса Пёклы. Итак, мы доехали до самого мыса Пёклы, и прежде чем подойти, вернее, пока я сюда иду, я вам расскажу немножко историю о том, как я вообще нашла это место, как я узнала о нем. Да, вот видите, такие здесь деревянные лестницы, по которым ты идешь, она немножко хлипкая, но в принципе все держит тебя. Так вот. Мы переехали в Краснодарский край в 2016 году, и когда мы здесь отдыхали, у нас встал вопрос о том, какие же вообще места здесь есть интересные, чем же славится Темрюкский район. И я узнала, что здесь очень много грязевых вулканов, и грязи пользуются спросом. И тогда я начала искать, собственно, где же можно искупаться в таких грязях. И я нашла место вот это вот в Кучугурах, а точнее примерно в 3 километрах от самого селка. Искупались мы один раз всего лишь. Я это уже говорила, да, что один раз. Вот. Но нам, конечно, понравилось, и мы возили сюда своих друзей, которые к нам в гости приезжали. Им тоже очень нравилось. Правда, дети так неоднозначно относились к этому месту. В общем, внук наших друзей, он поначалу очень боялся туда залезть. Знаете, такая грязь, жижа. А потом его просто невозможно было оттуда вытащить. Он все хотел в этой грязи плюхаться, собственно. Купаемся в Кучугурах мы всегда на диком пляже, потому что здесь нет народу и очень спокойно.
А сам пляж, он нисколько не отличается от центрального. И поэтому я сейчас с наслаждением спускаюсь в наше любимое райское местечко. Все то время, которое мы ездим на Азовское море, оно было всегда очень шумное. Оно было с волнами и прохладненькое. Вот. И знаете, это не зависит от того, какой поселок мы выбираем. Голубицкую, Пересыпь, там, не знаю, За Родину. Те же Кучугуры. Море всегда одно, потому что берег Азовского моря одинаковый. Он везде очень красивый. Конечно же, намного красивее он там, где нет людей. Там, где очень все безлюдно. Я уже спускаюсь почти к берегу. И этот шум волн. Красота. Главное еще отличие Азовского моря, так это то, что здесь очень много ракушек. Сейчас, конечно, мы идем по тому месту, где их совсем мало, но вообще их тут огромное количество, они очень большие, беленькие и красивые. Я сегодня буду купаться в футболке, потому что я вчера сгорела. Хотя я нисколько не загорала, а просто ходила по поселку. Идем купаться! Очень теплая, прямо класс вообще, мне так понравилось. Мы взяли с собой маску, сейчас еще попробуем, что будет видно в маске, будет ли что-то вообще в принципе видно. Круто. Сегодня море отличается от... Сегодняшнее море отличается от вчерашнего в Голубицкой. Оно чистое, оно теплое и нету грязи. Thank you.
А на этом все. Большое спасибо вам за просмотр. Пишите что-нибудь обязательно внизу в комментариях, если у вас остались какие-нибудь вопросы. И пишите также видео, на какой поселок вы бы хотели увидеть. Всем спасибо. Пока.